Один. Всем привет! Че, уже здороваться? А может, все вместе? Давай, три, четыре. Всем привет! Привет! Подожди. Мы уже забыли, как что надо делать. Всем привет! Вы на канале Мисс Кэти. Это Мисс Софи. Я так сделала, чтобы вы сказали. Да, круто! А мы не поняли. А мы наконец-то будем снимать сегодня челлендж. А да, мы сегодня будем снимать челлендж. Кто лучше сделает, ничего не делает. Нет, на самом деле у нас челлендж сегодня. Угадай мультик по каким-то выражениям. То есть наш папа выбрал несколько мультиков, вырезал оттуда какие-то выражения главных героев. Нам это надо прослушать и угадать, какой мультик. Тот из нас, кто первый догадается, какой мультик. Подожди, Катюнь, я покажу как. Нажимает вот так. И нет. Рассказывает. Сейчас, нет. Если он не угадал, значит, ход переходит к следующему. Если и тот не угадал, значит, прослушиваем мультик заново и нажимаем. А всем все же... понятно? Да. У нас же еще Катя есть. Ну, так она с нами играет вместе, да, Катя? Поэтому, да. Нет, нельзя пальцем сильно, а то он упадет и укатится туда вниз. Конечно, он под этой клавишей. Нет, ну все, все, все. Что, я вам буду включать звуковые фрагменты из мультиков, а вы должны по этому звуковому фрагменту угадать, что это, собственно, за мультик. Наверное, да. Вы готовы, дети? Да, капитан! Катя, да, говорит, капитан. Что... Катя говорит, что это будет Моана. Ну, посмотрим. А мы сейчас будем смотреть. Давай, пап. Мам, наверное, там Моана будет с белыми волосами. Да. А как ты угадаешь, черный. Там же будет только звук. У Моаны черный, да, точно, у Моаны черные волосы. То есть нет, мама Моана. Нет, нет, мам, нет. У Моаны белые волосы. У Моаны белые? Нет, белые у Эльзы. Нет. У Моаны. Ой, все, ой, ой, все, папа начинает. Начинаем? Все готовы? Я да, уже, я готова. Я готова нажимать. Нет, нет, я первая. Я первая. Да, нет, сон. Я. Мама! Мама! Я включаю первый фрагмент. Да. Тихо. Дыра. И какой дурак поселился здесь? Я. Так у тебя тонкий вкус. Это... А я только что тоже отгадала. Я но знаю, Соня нажала первая. Кто знаю, это? Я знаю. Кто это? Шрек. Ну и дыра. И какой дурак поселился здесь? Я. У тебя тонкий вкус. Это не безликая массовая застройка. Да, это Шрек, Шрек, Шрек. Да, да, Соня угадала. У Сони один балл. Та-да-да-да-да-дам. Барабанная дробь. Соня выиграла. В этом раунде. Ура! Так, теперь я буду угадывать. А, нет, я угадаю. Вы даже не дослушали фрагмент. Не безликая массовая застройка. Хороший балл. Хороший балл, да. Так, ладно. Так, следующий. Следующий фрагмент. Ты будешь, потом и я. Ну, кто из нас первого отгадает, тот и нажмет. Следующий фрагмент. А если ты не угадаешь, то я буду. Слушай. Здрасте. Здравствуйте. Возьмите нас к себе. Вас? В отряд? Нет, нельзя. Вот живая голова, мы вас взяли. Я знаю, я знаю, я знаю. А вы не знаете, а вы не знаете, я а вы не знаю. Знаете. Нет? Это Чебурашка. Здрасте. Здравствуйте. Возьмите нас к себе. Вас? В отряд? Нет, нельзя. Вот живая голова, мы бы вас взяли. Ну-ка, ну-ка. Мам, ты тоже знаешь. Слушайте, а это правда Чебурашка? Катя, а как ты догадалась, что это Чебурашка? Потому что там звук такой был. Слушайте, это правда Чебурашка? Ладно, так как я нажала первое, но Катя сказала, что это Чебурашка. Засчитываем балл Кате. Представляешь, это правда Чебурашка? Крокодил Гена и Чебурашка. Я не отгадала. Вот ты тогда Катя угадала. Не ты-то угадала. Да, опять. Молодец вообще. 1-1-0. Так, следующий раунд. Нет, тебе один балл. Слушаем.
Тихо, все тихо. Слушаем. Слушаем тишину. Ну так там и говорили. О. Перчатки защитят тебя. Помнишь? Молчи. Терпи. От всех уходит. Кто это? Я уже знаю. Нет? Это не Моана. А кто это? Это Эльза и Анна. А холодное терпи сердце. Терпи от всех угроз. Ну, Эльза и Анна, холодное сердце. Перчатки защитят тебя. Помнишь? Молчи. Терпи. От всех угроз. Ну что, засчитываем? Мам, нет, это Эльза. Ну, Эльза, Эльза, да, сердце. Катя, та, Соня так сказала, что это Эльза. Нет. Ну что, смотри, сказала, у Сони... Анна. Но это мультик, там Анна тоже есть. Эльза и Анна. Значит, мы Соня защита, у нее получается два, у тебя пока один. А у меня вообще, Маня, ты представляешь, я проигрываю. Ужас нет, какой-то. Ты сейчас угадаешь, когда папа включит. Тима, маленький, молодец. Ну как же. Да, да, следующий. Так. Так, послушай. Чего опять стоим? Тут зебры нет, зато есть шлагбаум. Ой, у меня... И у меня чуть... Я угадала этот голос Симки. Это этот Фиксики. Фиксики. Это Фиксики. Верно. Чего опять стоим? Тут зебры нет, зато есть шлагбаум. Нужно пропустить поезд. Я выиграла, у меня один. Да! Там этот, то есть, голос Симки, да. Один, один, а, нет, мы да. Нет, два, нет. Один, нам один. Два. Точно, два. Точно, пятак. Тедыщ, тедыщ. Ну что, дальше? Да, идем дальше. Так, так, так. Я угадаешь, значит. А, ну, сейчас посмотрим. Может, послать открытку Форт Нокс? Да, мы так редко видим его. Да, и он всегда прячет от нас все интересные находки. Может, послать открытку Форт Нокс? Да, мы так редко видим его. Да, и он всегда прячет от нас все интересные находки. Утки. Это утки эти, утиные истории. Они же так называются? Да ладно! Это там, где били, а вели, дили. Ты все знаешь. Ты что, сама составляла, что ли? Да. Слушай, я не правда, я правда не помню. Мам, потому что я тебе подсказала. Тиму и Зайц. Это получается 2-2-1. Молодец! Да, я тебя тоже поцелую. Мамины девчонки. Мам, нам 2 балла. Конечно. Слушай, я вообще в шоке. Я думаю, что Катя просто с нами посидит, так поиграет, а она он вообще там сейчас еще и выиграет вообще. Ну что, готова? Это говорит, утки. Ты посмотри, какая у нее память. Молодец. Давай. Следующий. Ты? Нет, Саш, тихо. Шпрехен Зимбиш. Ну, Шпрехен. Что это за континент? Манхэттен? Фу, газ мне в глаз. Мы все еще в Нью-Йорке. Это эти, как их, Мадагаскар? Ой, да, точно. Нет, нет, она говорила. Ага, а я еще думала, это как называется мультик, потому что я помню, что там эти пингвины вылезли к зебре в какой-то этот павильон. Думаю, блин, как мультик называется? Нет, думаю, там нет. Да? Я думала, сейчас нажму и скажу, пингвины где? А Соня такая, Мадагаскар. Да, ты права, это Мадагаскар. Нет, Соня, ты говорила. Ты, копытная, Шпрехен Зимглиш. Ну, Шпрехен. Что это за континент? Манхэттен? Фугас мне в глаз, мы все еще в Нью-Йорке. Да, это получается 3, 2, 1. О, смотри, 3, 2, 1. Круто! Нет, 2. У кого 2? У тебя и у меня, да? Да, и у Сони. Катя, Катя, этот твой балл отдала мне. Мы наравне. Слушаем следующий мультик? Да. Слушайте, а будет вообще какой-нибудь мультик, который мы вообще не угадаем? Нет, 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 нет. Мы все знаем, тихо, да? Будет. Мы вообще там профессоры. Ну хватит болтать. Давайте дальше. Да, давайте. Та-та-та. Так. Учебник второй. Карандаш, точилка, второй карандаш. Еще книги со всеми. И что это было? София прекрасная. София прекрасная. Соня, нет.
учебник, второй карандаш, точилка, второй карандаш, еще книги, совсем новый ластик. Я все проверил. Это получается 4-2-1, да? Саня, учебник, второй, точилка, карандаш, ластик, я все проверил. Вы все мультики наизусть знаете, ну как так-то? Нет, Соня 0. Соня 0. Да, мы Соне даем 0 баллов. Я пошутила. Дальше? Ладно, давай. Я готова. Почему я? А, ты готова. Так, ладно, я понимаю, если бы там был голос Софии, а там какого-то мальчика непонятного. Это же, по-моему, даже не главный герой, там этот, который... Это не главный герой. Мам, баба Шура главный. Слушаем дальше. Тихо, да? Все тихо. Стой, подожди. Так, по квитанции корова рыжая одна. Брай мою одну. Мама! С тобой будет... 5-5-5! Я тоже знаю. По квитанции корова должна... Как там? По квитанции корова... Простоквашина. Да, простоквашина. По квитанции корова рыжая одна. Да. Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности. Нет, я угадала. Я нажала первую. Я знала, что это просто... Да, мама, это ты угадала. Да, это получается 4-2-2. Мне, 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 мне. У тебя 2? У тебя 2? У меня 2. У меня тоже 2. Потому что я сказала утки и... Я вообще в шоке, что он с Катей все отгадывает. Угу. Привет, вы готовы? Мы готовы. Мы готовы, капитан, да. А что я еще угадала? Вообще, мы потом запись посмотрим. Подарите на дом. Телевизионный пояс. Конечно. А я знаю, что там... Так, я обманула 11 мальчиков. 11 мальчиков. И 174. Мультик, да, какой? Мультик, фунтик. Да, там поросенок, который там еще, этот, старушка такая злая была, как ее звали, Шипокляк? А, нет, Шипокляк, это не из другого мультика, ее звали Беладонна. Дети, подайте на домик для бездомных поросят. Конечно, конечно, пожалуйста. Вот так я обманул 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка. Беладонна? Беладонна ее звали? Мам! Ну что, давайте дальше. Мам, а, подождите, получается 5? Там еще кролики были. Кролики были? Нет, это в другом мультике кролики были. Ну, это в другом мультике. Да. Да? Угу. Ладно, давай. Подождите, тихо. Я не знаю, что от вас это 2... Как он там называется? А можно? 2, 4... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Нет, это... Ты потом угадаешь еще один мультик. Это Карлсон, да? Нет, 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 нет. Я знаю, это мультик, где волк с зайцем... О, ну погоди, это... Ну погоди, это 100%! Он там мультики поставил такой там... мишень зайца, отошел на 10 шагов, и там... Пиум-пиум-пиум! Я метнулся к вокзалу... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Я угадала. Это получается у меня 3. Это получается 5, 3... Нет, мама. 2. Соня, да? Дзинкнула, значит, она. Она дзинкнула, но она сказала неправильно. Это не Карлсон. Дальше. Так, все, слушай. А что за тишина? Мы угадали. Эх, хорошо раньше было. Надел доспехи и уже герой. А теперь как выкручиваться? Ты доспехов не купишь. Я догадываюсь. Это Барбоскины. Да, я, конечно, Нет, Соня, тебе 0. Эх, хорошо раньше было. Надел доспехи и уже герой. А теперь как выкручиваться? В магазинах-то доспехов не купишь. Катя тебе не дает очков. А я с вами поделюсь. Катя, а ты почему не угадываешь? Почему ты перестала угадывать? Давай тоже, давай вклинивайся. Нет, я подожду, пока... Ты будешь, потом я буду после какой тебя. Какой у меня ребенок. Только, Катя, это соревнование. Надо кто первый, ладно? Все, давай, ты потом, если отгадаешь, не... ты... Мам, кто-то не угадает, тот будет еще один угадать.
И я буду, если ты не угадаешь, то я буду. Конечно, конечно. Все, давайте следующий. Ну-ка. Так. Слышишь, что говорят? Не будет буфета. Да ну что с первых секунд? Мам, Лунтик. Да это вообще не смешно. А может это Фунтик? Ой, подожди, это сколько у тебя уже? 7? 7. Мам, мне 8. Соня, Лидия. У меня 3, Катя 2. Слышь, что говорят? Не будет буфета. Ой, концерта. А мы теперь из-за них голодными останемся. А мы Катю вообще, Соню вообще догоним? Мы вместе с тобой догоним ее одну? Да. А как у тебя вообще... сколько? 3, у Кати 2. 3, 2, 5. Нет, у меня 8. У Кати 8, мы впереди. А как ты с первых секунд вообще отгадала? Да. Ой, подожди, тихо, следующий. Это ты угадаешь. О, ну а ты что? А ты не помнишь разве? Мы же парой бились. Маквин тачки. Ну как так, ну блин. Ну а ты что? А ты не помнишь разве? Мы же парой бились. Разберись. Что? Ну, Соня, ты хотя бы не так быстро, я же тоже хочу отгадывать. И Катя уж. Ну ладно, этот раз я подожду. Что это я долго? Кать, мы с тобой долго соображаем вообще. Что, у тебя получается уже 8, да? Мам. Да. Нет, у Сони 10, а у нас 8. Что, дальше? Да, давай. Да. У нас будет 9. Начинается. А почему тихо? Что? Так еще раз. Да подо, ну... Простите. Я поняла, что за мультик. Давай ты не отгадаешь, я отгадаю. Ладно, давай. Не-не-не, в смысле, ты если не отгадаешь, я отгадаю. Рассказывай. А я боже молокососы. Так еще раз. Нет, 7,5. Именно, ты уже старый. Пора бы уступить дорогу новому поколению. Мам, другой мультик ты будешь. Муртик. Слушай, Соня, ты слишком шустрая вообще. Мы больше тебя не пустим в кадр. Дай 5. Молодец, мы ее больше не пустим. Мы будем теперь челленджи устраивать между нами, да, Кать? Да. А то она все выигрывает, мы тебя вытолкаем вообще. Молодец, Кать, пятак. И ты пятак. Соня будет 0, а нам 8. По-любому. Нет, у меня вообще-то 9. Что, готовы? Да. Мы еще от этого не можем отойти. Ой. Да. Нажала. Ладно, здесь говори уже ты. Да... Нет, говори ты. С первых секунд. Говори ты. Все, говори ты. Это Маша Медведь. Мама. Правильно. Там, где Маша... Что, мне засчитывается? Мне что? Засчитывается мне. Тебе 9. Катя баллов. Мне засчитывает 9 баллов. У так Кати что ты отстаёшь. А у меня тоже 9. У меня тоже 9. Нет, у Сони 9. Ну, у меня 9. Ладно, все, тихо. А все по 9. Ты же включила бою? Ну, да, и мигает. Слух, ну хорошо. Мигает. Оттуда вроде вот так. Не, подожди, он вот это закрывает, Катя, не будет видно. Смотрим на ту камеру. Давай. Так, мы готовы, а то Соня более шустрый. Лети, мой мальчик. Я знаю! Леди Баг это. Да, это Леди Баг! Сказала! Это Леди Баг! Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее. Правильно! Да прикинь! На 10! Ты наша малявочка! Я дождала тебя, чтобы ты угадала. А Катя, Леди Баг это Леди Баг! Молодец! Леди Баг, правильно! Мамин зять вообще, у Кати получается... Молодцы, следующий. У меня 4, у Кати 3, у Сони... 8. 9! 9? Ладно, папа потом на монтаже посчитает. А, да, что? Раз... Мне 10 баллов, то мне 2 года. Да, конечно, по-любому. Давайте следующий. А если 20 баллов, то 3. Так?
температура. Она действительно падает. Падает? Сейчас упадет. Ложись! А я уже нажала, и я знаю мультик. Это котенок Гав! Это котенок Гав! Кто там у вас падает? Температура. Она действительно падает. Падает? Сейчас упадет. Ложись! Это когда там я летели... Я не смотрела котенок Гав. Да я включала вам котенок Гав, вы смотрели. Не-а. Только там много серий, а вы, наверное, все серии не посмотрели. Мам! Это, подожди, это когда утки или гусик где-то там сверху летели там и кричали, по-моему, падает. И котенок кричит, что он там падает? И кошка говорит, температура падает. А собачка говорит, падает, ложись. И там снежок такой падает. Ну все. Я пересказала мультик. Мам. А? Следующий. У тебя 10 баллов. У меня сразу 10 баллов. Я отгадала. Котенок Гав. У тебя много баллов. Ой, смотрите, что там. Да. Так. Я кричал бы тебе, что больной. Что ты стоишь? Это Карлсон, когда он говорил мальчику, что ты стоишь, иди заботься обо мне, корми меня вареньем. Я же самый тяжело больной в мире человек. Что ты стоишь? Ты же собирался быть не родной матерью. Вот, все, я угадал. Это у бабы Шуры было. Да? Мы все мультики у бабы Шуры пересмотрели. Молодцы, здесь еще осталось пару штук. А у меня 6 баллов. Круто. Слушай, там осталось пару штук. Значит, мы сейчас с тобой должны отгадать все. Но Зоня, не ковыряйся. Нет, я просто вот так сделала. Ух ты, тайный музей. Это мой самый нелюбимый мультик. Это Гравити Фолз. Ух ты, тайный музей восковых фигур. Все фигуры как живые. А вот этот не похож. Здорово. Это мой самый... Ура, 10 юбилей. Это мой самый нелюбимый мультик. Кто не любит Гравити Фолз, нажмите... Лайк. А кто любит, напишите об этом в комментариях. Нет, кто любит, тоже лайк. И комментарий. Давайте, здесь еще один есть. А ну-ка. Мы выиграем. Ну давай. Что, все? Это какой мультик? Винни-Пух. Мы знаем, Кать, какой мультик? Винни-Пух. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей обилки, да-да-да. Нам бал. Мы отгадали. Мы выиграли, да, Кать? Почему? Если Соня больше не будет угадывать, то ей 0. Да, потому что уже все мультики закончились. Мамины девчонки, молодцы! Что, как вам челлендж? Круто! Круто! Если вам понравился наш... Что? Челлендж! Тогда ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Напишите в комментариях, и если вам понравился такой челлендж, то мы продолжим съемки и снимем что-нибудь в этом роде еще. А еще, напишите, пожалуйста, как на ваш взгляд, кто из нас выиграл? Я считаю, что мы с Катей. Да, еще вы напишите. Мы победители. Кому нравится, играйте в пол. И кому не нравится, тоже напишите. Все, давайте на все. Всем пока!